Привет всем! Вы смотрите канал «Падайки босиком». И сегодня мы будем учить метры, сантиметры, дециметры, метры и километры. Здравствуйте, дорогие детишки! Сегодня мы вам поможем выучить меры длины. Если вам тяжело, то мы постараемся до вас донести это все. Дорогие детишки, наверное, на эту тему будет 2 видео. Давайте начнем с того, что мы просто должны понять, что больше, а что меньше. Вот посмотрите, мы здесь написали с Милочкой от меньшего к большему, чтобы вы не путались. Это просто надо выучить. Смотрите, сначала идут миллиметры. Миллиметры – это детишки сантиметров. Сантиметры – детишки дециметров. Дециметры – детишки метров, а метры – детишки километров. Соответственно, дециметры – это бабушка миллиметров, а километры – это бабушка дециметров. Метры – это бабушка сантиметров, а дециметры – это бабушка миллиметров. Смотрите, самые маленькие, давайте выучим, самые маленькие-то мишки, маленькие. А дальше идут уже смелые, смелые уже идут, они уже больше, они уже спасают мимимишек. А дальше идут дамы, деме, дециметры, они уже такие взрослые, они уже такие мудрые. А дальше идут мамы, мамы воспитывают даже дам, потому что они мамы. А километры – это уже самые классные мамы, кэме. Это они самые-самые-самые-самые. И самые большие, самые высокие, самые длинные, умные, самые сильные, самые умные километры. Смотрите, миллиметры, сантиметры, дециметры, метры и потом километры. Смотрите, детишки. Если выстроить в линеечку, да, в линеечку и посмотреть, то будет такая горка, горка от миллиметров к километрам. Мила, нарисуй такую полосочку, вот такую, как горку, вот здесь. Просто вот такую полосочку нарисуй. Вот такую? Да. Мила, вот так нарисуй. А я как рисую? Вот. Вот здесь напиши мэ-мэ. Мэ-мэ здесь напиши, пожалуйста. А здесь напиши кэ-мэ. Кэ-мэ. Вот смотрите. Миллиметры, они в самом низу. А километры в самом верху. И когда вас будут спрашивать, что больше, миллиметры или километры, когда вам нужно будет поставить больше или меньше, смотрите, детишки, больше, вот клювик у птички, больше, клювик, птичка, вот смотрите, птичку нарисуем, птичку, вот птичка. У птички клювик закрытый, птичка наелась, значит больше, больше. Если птичка просит кушать, птичка, вот клювик открытый, значит меньше. Птичка просит кушать, птичка просит кушать, значит меньше, вот. Я левой рукой плохо, конечно, могу рисовать. Значит так, больше, меньше. Птичка сытая, больше. Птичка голодная, меньше. Миллиметры, меньше километров. Видите, в горку идет. Значит, миллиметры меньше километров.
За миллиметрами идут по горке уже кто? Сантиметры. По горке сантиметры, дециметры, метры и километры. Миллиметры, сантиметры, дециметры, метры и километры. И когда вас спросят, а что поставить знак, метры больше или километры? И вы тогда уже знаете, что километры, они самые-самые вверху горы. И они всегда больше. Но для того, чтобы нам понять это поглубже, нам нужно понять, ну сколько же это? Сколько это миллиметр? Сколько это сантиметр? Сколько это дециметр, метр и километр? Ну сколько это? Например, всем нам известно, кому сколько лет, да, свой возраст. Вот, например, Милочке 11 лет, другой тетеньке 21 год, третьей тетеньке 50 лет. У всех есть какая-то мера, да, мера. Например, придем в магазин, нам нужно купить ткань. Дайте нам ткань на диван. Ну, смешно, да? А что должна вам продавец дать? Поэтому мы говорим, дайте нам 2 метра ткани. 2 метра, мы говорим. На диван. На диван. Для того, чтобы я сшила покрывало. 2 метра. И если мы не знаем, сколько это, мы не можем это купить. Мы не можем это посчитать. А если я хочу купить шторы, если я хочу купить и покрывало, и шторы одного цвета, одного рисунка, одного материала, я должна знать, сколько мне метров купить. Шторы 3 метра и покрывало 2 метра. 3 плюс 2 – 5 метров мне нужно. 5. А если я не буду знать это сколько, как я это куплю? И поэтому, чтобы нам было легче жить, особенно когда мы вырастем, и даже когда мы маленькие, нам нужно знать, сколько это метров, сколько это километров, сколько это сантиметров. Но для начала мы с вами учим. Мы с вами учим. Запоминаем. Самые маленькие миллиметры. Больше сантиметры. Сначала идут мимимишки. Потом смелые. Потом дамы. Потом мамы. А потом классные мамы. Миллиметры, сантиметры, дециметры, метры и километры. Мимимишки самые маленькие. Сантиметры – это мамы для миллиметров. Дециметры – мамы для сантиметров. Метры – мамы для дециметров. Километры – мамы для метров. Итак, самое длинное – это километры. Мы с вами миллиметрами не ходим. Миллиметрами ходят приблизительно муравьишки. Если они не бегают, если они медленно идут, да, ползут там, то это миллиметры. Муравьишки. Сантиметрами может медленно продвигаться червяк. Червяк сантиметрами продвигается. Дециметрами ходит черепаха. Смотрите, муравей совсем маленький, червяк побольше, черепаха еще побольше. А метрами ходит. Кто может прыгать метрами? Метрами собака может бегать, да? Человек может ходить метрами. А километрами, друзья, это кто у нас ходит, ползает или летает? Конечно же, машина. Конечно же, машина, она не метрами, она километрами ездит. Километрами. Смотрите. Муравьишки миллиметры. Запоминаем. Муравьишки миллиметры. Червячок сантиметры. Дециметры черепаха. Метры человек. Или собака бежит. Или человек ходит. И километры будем ассоциировать машина. С машиной. Итак, посмотрим, кто больше. Начинаем с маленького. Муравей,
Червячок, черепаха, человек и машина. Миллиметры, сантиметры, дециметры, метры и километры. Запоминаем. Самый маленький, Мила, это какой? Муравьишка. Нет, мера длины самая маленькая. Какая? Километр или миллиметр? Миллиметры. Громче говори. Миллиметры. А самые большие? Километры. Угу. А после миллиметров что идет? Сантиметры. Громче говори. Сантиметры. А после сантиметров что идет? Дециметры. А после дециметров? Метры. И? Потом? Километры. Километры. Классные мамы. Да, классные мамы – это километры. Дорогие детишки, второе видео мы тоже сделаем. Смотрите, следите, ставьте, пожалуйста, пальчик вверх, просматривайте это видео. Пусть мамы вам включат на прослушивание это видео, и вы будете играться, а видео пусть крутится, 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 и вы будете запоминать, запоминать вы будете. Всего доброго, друзья. Всем мы пока. Вам сделаем еще второе видео, тоже про сантиметры, дециметры, километры. Следите за нашими выпусками. Нажмите на колокольчик. Пока!